Это рубрика для тех, кто дружит с растениями. Здравствуйте! Сегодня мы разберемся в проблеме в схожести семян. С этой бедой сталкивается большинство российских дачников. Особенно, когда покупаешь в красочном пакете неизвестный тебе сорт или гибрид. Итак, почему же вы не увидели всходов? Есть 10 причин. Во-первых, семена могли быть плохого качества, либо недоразвиты, либо наоборот, слишком старые. Например, сельдерей, пастернак и астра теряют всхожесть уже на второй год. Как пример, я посадила просроченные семена астры, им всего 3 года. Посадила ровно 2 недели назад. Как видите, вот астра, как видите, 0 схожести. И вряд ли спустя 2 недели они взойдут. Обратите внимание, вот всходы цветка ипомеи «Звездная смесь». Срок годности, который закончился в 2013 году, совершенно не помешал этим семенам взойти спустя аж 7 лет. Хотя посеяны были и астра, и ипомея в один день. Во-вторых, по каким-то причинам они не прошли положенный период покоя. Семенам арбуза, дыни, огурцам, тыквам требуется отлежаться не менее 2 лет, чтобы показать свою максимальную схожесть. В-третьих, семена были заражены. Для этого-то и проводят протравливание семян в марганцовке или биофунгицидах. Грунт тоже принято обеззараживать за неделю перед посевом, промораживать или прокаливать заранее. В-четвертых, семена повредили или уничтожили вредители. Да, в открытом грунте это могут быть обыкновенные воробьи или мыши. В теплице семенами могут полакомиться муравьи, а в земле поджидает зловредный червячок кивсяк, который начисто выедает семечко изнутри. В-пятых, если мелкие семена посадить слишком глубоко, они не взойдут, им не хватит света и сил, чтобы пробиться сквозь толщу почвы. На средних почвах глубина заделки вычисляется по формуле. Толщина верхнего слоя земли равняется 2 диаметрам семени. На легких и сухих почвах семена сеют глубже, на тяжелых и сырых – мельче. В-шестых, световсхожие семена нельзя засыпать землей. Это противоречит их природе. Следовательно, внимательно читайте инструкцию на упаковке или знакомьтесь с агротехникой с помощью книг и интернета. Как пример, семена на перстянке «Королева сада». На инструкции написано: семена практически не заделывают, лишь слегка мульчируют песком и поддерживают во влажном состоянии. Вот они, эти семечки. Им 2 недели. Они мелкие, как манка. Я их посеяла на поверхность, и уже через 3 дня семена начали наклевываться. Вот сейчас они выглядят вот так. Мелкие, световсхожие семена, как пример. В-седьмых, неверно выбран срок посева. Восьмая причина – семена были пересушены в течение зимы. В-девятых, семечкам не хватило влаги в период прорастания. И, наконец, в-десятых, заиливание почвы в месте посева не дало росткам пробиться. Такое иногда случается с покупными почвосмесями. Предупредить это помогают разрыхлители – песок, перлит, вермикулит. Всем удачных всходов! Увидимся!